Я на самом деле, знаешь что? Я одно понял. Человек человека дополняет. Вот я рассказываю тебе что-нибудь, ты так чек уловил. Конечно. Другое мне говоришь. Ну, со своих пониманий этих, да? Ты мне рассказываешь, я бэм, тоже понимаю. У тебя щелкать начинается. Да, да. Ты понимаешь, что ты в этом уже копался. Ты там уже лазил, как говорится. Ты, смотри, ты делишь речевую структуру мысли, слова, когда приходит словом. И голограмму ты делишь на разные вещи, но это одно и то же. Это мысль отторгает голограмму тебе. Твоя мысль. Ну да, да, да. Твой нейрон. Но я их не замечаю, понимаешь уже? Нет, это не про то. Ну я понял, что выкидывают эту фантазию, да? Это мысль твоя. Ну мысль. Но это то же самое. Только с речевой структурой этот нейрончик, он как прожектор в фильме тебе картинку свою, создал. Да. То же самое рассказываю про свою машину вот сейчас, допустим, да? Вот я понял, просто видишь, вот она у меня черная. Я же ее представляю вот сейчас, какого она цвета, потому что я же не могу так сказать. Вот просто да, ну это с памяти. А так ты представляешь, какая камера? Вот отвернись и скажи. Ты же представляешь. Ну, это для меня это типа фантазия. Угу. Ну, я так себе обосновал. Ну ты понял. Типа, вот это моя фантазия. Угу. Ну я могу рассказывать и не представлять эту машину. А, ну ты с памяти берешь? Нет. У меня мысль пришла, и я не отторгаю картинку, а я как бы, как тебе сказать, либо я ее не замечаю, эту картинку, либо я не замечаю. Ну, бля, я вижу. А ты сразу ее видишь. Вот в чем разница. Сань, знаешь, как я заметил, как вообще это происходит, да? Когда человек рассказывает долго, начинает рассказывать, да? Допустим, вот я вот был вчера, допустим, был в Короне. В Короне я покупал колу, шмолу. То есть это мои воспоминания, и у меня сразу передо мной, короче, картинка. Да, есть картинка. Да. А у меня нет картинки. Я рассказываю, было. Но у меня но картинка не потому выплывает. Потому что мы накладываем на себя, как Саша говорит, все. Нет, это не про то, Слава. Это не накладываем. Ты видишь картинку тоже? Это не да, накладываем. Да, тебе рассказывает человек, как он что-то делал. Да, там, ты представляешь. Вел себя как-то какие-то эти, ты уже картинку слаживаешь. Что было? Вот давайте про разницу. Когда тебе человек рассказывает, то ты пытаешься это создать. Ну, если ты не представишь, а просто послушаешь. А когда к тебе приходит про что-то мысли, то ты всегда видишь картинку? Нет. Или? Вот, и я тоже. Ну, не всегда. Мысли бывают, придут такие, что не понимаешь даже откуда. Нет, это тоже не всегда, Саня. Тоже не всегда. Но у тебя больше развита, да, картинками. Да, у меня, да, меньше развита картинками. У меня мысль как речевая структура. Я пришел, оно где-то на подсознании, ты понимаешь, но мысль не проецирует вот этот образ. Ну у да, меня, да, понимаешь? Да, да, да. Может быть, да. Нет, тогда, да. И в чем еще моя была ошибка в работе с тобой? Я не знал, что как. Я не знал, что у тебя мысли картинками, а с картинками работают немного по-другому. Ну, блядь, я что? Не знал этого. Ну, я же тебе говорю, я как-то само дошло, у меня когда вот такая вот ерунда. Я вот понял, никогда я просто сам себе говорю, что это моя фантазия. Ну, просто, типа, напоминал. Ну, ты же забудешь в любом случае, ну, типа, понимаешь. Леша, ты работаешь там еще. Смотри, у тебя было в жизни такое, вот тебе что-нибудь плохое рассказывают, человек там болезнь какая-нибудь. С ним что-то случилось, и ты через себя это прогоняешь. Конечно. Ну да, конечно. Ты же представишь себе. Особенно если ты тревожный, у тебя ты сразу налаживаешь на себя. Я так понял, что вот это самая плохая сторона этого всего, ты это все переживаешь уже внутри изначально. Нет, смотри, наложить на себя это одно, переживать это другое. Переживать это когда ты осознанно начинаешь за это волноваться. Налаживаешь на себя. А налаживание немного другое, оно по тебе срабатывает. Срабатывает. Так он налаживает на себя, получается. Ну, это он представляет, что у него тоже такое может быть. Переживаешь. Нет, вот смотрите, вот эту тонкость я попробую вам объяснить. Переживание. Ну, возможно, переживание затянутое, переживание мгновенное. Ты переживаешь за человека, но и налаживаешь на себя, если бы у тебя такое было, как бы ты себя вел в этой ситуации, понял? Да, да, да. И тебе тоже становится тяжело. Понятно, не так, как тому человеку, но тоже ты ходишь подавленный. Вот это да, такая... За близкого человека момент, да, ты начинаешь налаживать эту ситуацию, понимая, как ему тяжело, и ты это ощущаешь, да, вот эти вербальные моменты,
Но смотрите. И очень остро ощущается. Есть переживание. Смотрите, в чем момент. Можно, можно в этом переживании зависнуть на разное время. Ты можешь день переживать. Больше, больше. Можешь два, можешь три. Да, да. Но да. Это же ты переживаешь за это. Но я же тебе говорю, вот я тебя перебью, вот когда у меня такая. Ты болеешь прямо этим. Нет, когда, да, у тебя, когда у тебя, вот такое приходит, это я так делаю, Я сам себе говорю, это ж моя фантазия. Ну это же фантазия, так разобраться. Глубинно. А раньше. Нет, раньше такого не было, да. Он отделяется. Раньше болел этим. Смотри, он отделяется и эту ситуацию, как бы, как тебе сказать, он отстраняется от нее. Это моя фантазия. То есть это нереально. Я сейчас тоже научился думать, да. Убирая от себя. Раньше настолько я погружался в это все, налаживая на себя, как бы это со мной было. Прям болело внутри, что вот за человека прям болит, знаешь, внутри. Это наше восприятие. У нас вот у троих на данный момент, кто находится здесь, то есть люди делятся на две части людей. Одни не так воспринимают, но если у тебя шишковидный мозг, вот Леха, он тут находится, он у тебя последний перестал тревожиться вот здесь, в макушке. Мы очень восприимчивые люди, мы реагируем, мы как сильно радуемся, так и сильно печалимся. Ну есть, да, такое. У нас вот... Есть. Да. У нас нету нейтральности особо. Вот есть люди, называют толстолобые. Вот ему что пофигу, что зафигу. Вот он такой нейтральный. И на хорошее нейтральный, и на негативный. Все пофиг, да. Да, ему вот это называют. Есть такие. Даже иногда завидуешь этим людям. Бронебойные называют. Толстолобые, костокожие люди. Вот. Ну, терминология. Я там. Скажу, только, на самом деле, если честно, тут только КПТ. Ну, то есть, вот это. Без шансов, это уроки, ребят. Это уроки. Без шансов. Вот меня спрашивали гельштальт. Мы, кстати, неправильно. Ты меня повел по неправильному пути. Ну, я же тоже не знаю. Да, и я неправильно объяснил, что такое гельштальт. Гельштальт, они пытаются найти у тебя глубинное, где-то там. Глубинное из детства тебе, да, оно найти, есть, если да. Ты не проработал его. Да, но дело в том, что когда человеку на данный момент волнует это, ему пофиг, это глубинное. Конечно. Это не про это. Ну да. До глубинного еще далеко, нужно отработать то, что с ним происходит, конечно, в данный момент. Он его волнует сейчас, он не может переключиться с мыслей, он все время мысли гоняет, он не может, ну, слушай, не думать. А вот у меня такая еще была ерунда, да? Мне просто, понимаешь, когда вот такая херня, да? Куда ее закинем? Меня просто, я просто смотрю, короче, вот. Мне знакомый, да, Дима? Ему похуй все. Вот я смотрю на него, короче, и делаю выводы с него. Ну, понимаешь, то есть. Ну, если ему по барабану, короче, а почему ему не может быть и мне? Ну, вот есть популисты такие. Так да, так это когда же... И он ничего не воспринимает. У него никогда нету плохо, нету и, в принципе, и хорошо. Всегда навеселее, да? Тревога, он не навеселее, он в нейтральности. В нейтральности, такой. Он такой вот, ну, ему и не весело, и неплохо, ну, нейтральный такой. Хорошо, человек. Хорошо, в принципе, нормально, да. Нормально. Да, вот он, чувствует он себя хорошо по жизни. Но я скажу, если ты умеешь этим всем управлять, с виду вы на меня посмотрите и скажете, что у меня все хорошо. Но все равно внутри у меня что-то будет. Но конечно, просто я умею этим управлять. Я умею это не показывать, скажем так. На меня даже сейчас родственники говорят, да ты какой-то стал, тебе вот пофиг все. Вот ты-то как такой, ты не реагируешь. А я просто научился управлять своими эмоциями. Гасить переживания, менее их делать, понимаешь? Да. Просто я этому научился. И, Саня, как научился? Я не могу. Тоже так, и ты тоже уже так к говорят. Этому пришел, да? Мне тоже так говорят, да, тебе похуй все. Я говорю, как похуй? Знаешь, оно не может быть. Оно не может быть, да, но я понимаю, что я как бы сразу... Ты умеешь. Я вижу, да, ты умеешь это все контролировать, ты умеешь этим... управлять. Я не знаю, насколько я умею управлять этим, можешь что-то делать, но что-то на 100% управлять, наверное, нет. Ты еще не дошел до этого. Не, на 100% хуй. Слава, все равно ты не усвоишь. 100% не усвоишь. Ты же все равно начнешь грузиться, потом начнешь, понимаешь. Даже я уверен, что ты на 100% не усвоил. Тебя все равно бывает, забирают эмоции, все бывает. На 100 нет, на 90. Нет, ну... Да, 100% не бывает, допустим, на 95% я этим умею управлять. Что идеально 100%, я вот как-то думал, вот я хотел научиться на 100% всему.
Но я потом понял, что это невозможно. Конечно. Невозможно, если у тебя плохая ситуация, ее все равно, ну, вообще не отреагировать. Ты все равно отреагируешь, но вопрос при умении своей способности ты можешь ее минимизировать. Обмануть себя можно еще. Да, можно, но все равно на процесс работает. Ну все равно, если обмануть будешь, то чего, не? Я фантазия сразу, чик-чик. Ну на 100% оно, это невозможно. Ты теперь понял, как Леха, он был перфекционист, идеально, 100%. Понимаешь, он думал, как и я, мне надо научиться, вот, я помню, со сном связано было. Я думаю, мне надо научиться засыпать. Не, ну, Сань, я тебя перебью. Я тоже просыпаюсь, да? Я вижу это, я понимаю, что это сон, я просыпаюсь, я уже, ну, у меня уже как оно само автоматически, это сон. Но все равно в это веришь, понимаешь? Когда потом, во сне. Да, нет, все равно просыпаешься, открываешь глаза, типа, все равно это, ты вспоминаешь, что, понимаешь, как будто вот эта фантазия, да, это как будто вторая нереальная какая-то жизнь. Там, так а что такое сон? Давай вот поговорим про сон. Ну, ты, конечно, тебе говорю, что это какая-то, вот у меня... ну, это мое мнение, да. Понимаешь? Вот это какая вторая нереальная жизнь, ну, я на себя так налаживаю. Это не, это, вот правильно, это синонимически, это, смотри, Леха, как получается, когда мы днем, это... мы понимаем, то есть это осознанное, не осознанное, а это сознательная жизнь, сознательная. Ты, ну, понимаешь, да, кто ты, что это твоя жена, это твои дети, это вот дерево, вот это. Ты понимаешь, где ты, ну, правильно? Да. А во сне ты где, вопрос? Во сне ты же не знаешь, что ты это ты, ты же где-то. Ну да, да. А там мозг твой работает, а мозг все картинки выкидывает. Да. А ты в этих картинках как в реальности живешь. Как в реальности. Да я как будто ты присутствуешь там. Но да, дело в том, да, что ты в этот момент спишь. Так вот я и со сна это, и вот это и понял. Что это как фантазия. Я постоянно себе говорю, это фантазия. Ну, вот у меня это начинается. Ну, типа, вот начинается сон какой-то, да, я открываю глаза, ну как. Это я так рассказываю. Да. Кто-то говорит, я в холодном поту, в горячем поту. Да. А я для себя. Это фантазия. Я понимаю, что... ну, что типа, это сон. Ну, нет, я все-таки понимаю, что это фантазия, но все равно, вот, как говорится, глубина, давай, да, глубина, да, она настолько тебя поражает, как будто это реальность, понимаешь? Да, когда ты уходишь, а ты замечал перехода фазу в сон? Ты ее видел или нет? А я ее видел. Я видел, но вот фазу эти... ты проваливаешься. Да, вот эти секунды, когда ты переходишь с осознанного... Я видел. С этого сознательного в несознательное. Сон это несознательное. Ну да. И вот эту фазу я четко улавливал. И я, у меня были такие моменты, когда я переходил в сон, вот эти секунды прохода вот этой фазы, у меня раз страхи начинали. Вот я чувствую, я проваливаю сон, у меня страхи пошли. Чего? Картинки. Картинки. И я назад себя как бы раз бодрствую, раз вытянул. И потом на другой бочок переворачиваюсь и начинаю внедрять себе другую картинку позитивную, как там на море рыбу ловим, мол, такое зорька, вот это первая зорька, рассвет вот этот. Я знаю, это глубинная вообще конкретно, если честно, вот так вот. Ну это, да, это просто, понимаешь, что каждому человеку вот так вот надо вот проанализировать, реально надо проанализировать. Только анализ. Да. Понять, только как анализ, да, и да, дойти, да, до того, да, как, да, это, да, вот как это оно. Это, понимаешь, не каждый поймет. Ну сразу нет. Ни хера. Вот это и есть. Вот смотри, все психологи. Один человек мне пишет, мне психолог написал, переключайтесь в осознанность. То есть для того психолога осознанность это то, что вокруг себя. Но это не осознанность. А это переключение на внешний фон называется. Ну да, внешний фон. А специалисты, не понимая, ну, может, отучились, как говорится, специалисты. Они не понимают этого. И они человеку... Осознанность – это очень что-то такое глубинное, Леха, правильно я, ты как думаешь? Ну, бля, ну, это что-то такое глубоко и широко, вот это осознанность. Ну, бля, это тяжело дойти, да. Это такие вещи, которые про них нельзя рассказать.
Это надо прочувствовать. Не, ну если ты расскажешь, надо. Понимаешь, что ты кому-то говоришь. Это мое мнение. Словами все равно. Все люди тебя посмотрят, да. Словами все равно не описывают. Но все равно они начнут, понимаешь, они начнут это ты понимать. Ты их натолкнешь, как вот. Они куда, начнут понимать это все. Не, оно это прийти, как я называю, так этому прийти. Так они придут. Ты рассказываешь, они начинают, как я, допустим, ты мне сказал, что я начинаю в этом копаться, как оно вообще происходит. Как оно, и, да. И потом начинают доходить. А, так это ж вот так. Понимаешь? Вот. Это, ну это но что? Это же не сразу приходило. Конечно, ну, не сразу. Такими нет. Этими не. Выщелкивало тебя. Это ты начинаешь просто в этом копаться. Ты начинаешь думать, как оно, как да. Вот, даже не думать, я тебе скажу, а как-то вот это как-то увидеть, наверное. Вот это что-то оттуда вот эти вещи. Угу. Это блин, что-то тут... такие глубинные. Глубинное, вещи. Да, хотел сказать, что-то глубинное такое. Да. Это глубинные такие вещи, их, ну, блин, ну их невозможно рассказать, невозможно сказать, что это так и так. Ну да. Это вот оно, это да, вот какое-то... И так. Сделайте это. Да. Там, да. Это вот какое-то некое внутреннее чувство это глубина, там и все это, остальное. Это вот эти вещи, это их нельзя. Их нельзя. Их нельзя точно рассказать, к ним можно как-то подойти только. Вот ну, как-то бляха. Так. Вот ну, как-то... все равно это тяжеловато. Да. Для нет, простого это... человека это вообще, это знаешь, ноу-хау. Они подумают, что он не чешет. А? Как моя говорит, что он говорит вообще? Что ты говоришь вообще? Ну, понимаешь, это на самом деле тяжело. Ну, то есть, понимаешь, это как тебе сказать, это реально над этим надо думать, над своей фантазией. Думать над тем, что ты думаешь. Да, да, вот, над этой да. Фантазией, понимаешь, типа вот. Это не ну, фантазией, а ну, вообще в целом. Ну, я так образом объясняю, да. Понимаешь? Как оно, что, а как вот это, а что вот, тогда, блин, но пока у меня еще нету слов, чтобы это писать, чтобы это как-то... Так как я же тебе говорю, это невозможно объяснить. Это невозможно, и это есть какое-то частное, это лично каждому прийти до этого, это вот как-то свое такое, каждого личное. Ну, но на это можно как-то натолкнуть. Ну, потому что ты. Нет, это можно толкнуть, ты уже натолкнуть. Да? Ну, ты уже наталкиваешь, ты уже объясняешь что-то, да? Просто человек начнет по этому. Ну, вот задумываться, задумываться об этом, да, то, что ты сейчас я говорю, да. И начнет только потом, спустя какое-то время, он начнет до него доходить. Да. Это какое-то. Это что-то вербальное. Да, это ноу-хау. Это анализ, Саша, это все анализ. Это ноу-хау. Анализ это, я думаю. Когда ты покажешь человеку. Это одно из цепочек. Анализ это всего лишь один из пунктов. Но, все равно человека надо привести к этому, показать. Или он сам не придет никогда в жизнь. Короче, типа того, знаешь, Саш, тяжело. Ты когда это говоришь, надо жить типа здесь сейчас. Это когда в фантазию попадаешь, это другое. Нет, ну все равно это все равно это. Но все равно человеку надо показать путь даже. Путь. Вот путь, понимаешь. Хотя бы чуть-чуть. Нужно. Сам он не найдет. Ты как проводырь работаешь. Ты можешь куда тебе идти, но там пройти ты должен сам. Вот я тебе покажу в лесу, вот там иди, там пенек, там ну, ты. Но тебе нужно идти самому туда. Ну да, ну бля, ну я понимаю, идти, что ты... осознавая, думаю, ну вот да, это да, путь. Да, ну путь показать должен. Это кто-то. Просто мне надо вспомнить, как это раньше. Тяжело, я понял, я понял. Не найдешь его сам. Не найдешь. Будешь купаться, если бы... лазить, не найдешь никак. Если бы не Анна, полный б гипс мне был. У меня уже все, я тебе говорю, я уже суицид, все, у меня мысли суицидные начинали, все. Я настолько был закручен в этой всей системе, ну да, что там ты просто, ну, все, это нереально выйти самому. Нереально. Кто бы мне что ни говорил, но если ты плотно вкручен, все, тебе шансов нет. Ноль, от слова ноль. Вопрос. Да, сам ничего не сделаешь. Вопрос. Только ну, бля, сколько тебе осталось? Ты вот выдержишь на своем сам, селе. Перебьемся, давай. На селе духа. Вот сколько ты да, вот это нет, все. Порежь, пожалуйста. Вынесешь вот это все. Ну, время. Вопрос времени, скажем так. И потом все, ты суициднешься нахер. Не будем вас пугать, но это есть факты, да. Есть, кто, хорошо, да. Есть кто-то, он в нейтрально, сильно не вкручится, да, он в нейтрально показывал, да, уже, как из СССР. Не, ну, пугаться это тоже не стоит, да. Дверь бьет и кричит. Это главное не бояться. Для меня это было, для меня вот это вот, самое первое было. Ну, блин, ну, оттуда выпал ситуация. Как ты не боишься, ты, ну, это, ну, это не боялся, чтобы человек перестал. Я говорю вообще, я сейчас понимаю, что вот, ну вот,
для меня, один, да? Да, это не бояться. Не бояться. Сейчас мы делаем выезд. Да, сейчас, да, да. Но это тяжело, а это как? Сделать. Ну, тяжело, ну, сделать, не бояться. Понимаешь, это просто мне надо вот назад въехать, и чтобы там было такое, и потом только осознавать, да, наверное. Ну, понимаешь, ну то есть... Вернуться к прошлому. Воспоминания, да, эти. Сейчас можно, а, конечно, для меня это, ну... Да, вот человек, легко. Я, Алексей, а ну, слава, он немного полегче еще, а вот он был вкручен, я был вкручен, ну, там все, как говорится, цуцванок был полный, да, что бы ты ни сделал, тебя только глубже и глубже вгоняло, все, и чисто, вот я держался на волевых чисто, и то меня все потом, я уже все сдался нахрен. То есть на волевых тянул себя, и вот там чего-то. Я как бы сдавался тоже, но я все равно как-то вот, все равно что-то вот, реально в глубине вот души понимал, что, бля, я понимаю, ну, бля, ну, честно, там даже и понимать хреново. Там даже ты понимаешь, но объяснить нельзя, что ты понимаешь. Да, 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 да. Да, ребята. Так что, ребята, работайте, и вы справитесь. И слушайте, вам, и обращайтесь. Я вам говорю, это у нас, вот у Алексея было сложно, у меня это был полный сложная ситуация. Вот он рассказывает, что он даже к профессору поехал, и тот развел руками, да? Он, ну, по, ну, большому, значит, счету он развел, ну, руками. Ну, да, 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 да. Он тебе что-то сказал, потому что он же профессор, ему ж надо было что-то сказать. Но то, что он сказал, оно вообще это, ну... Не к такому профессору попасть, так и не дай бог. И что он тебе, если он тебе... Ну, на самом деле, знаешь, что, ну, так вот, ну, там женщины были, которые немножко понимала, я к ней приехал, говорит, слушайте, а вы такие слова знаете, откуда вообще вы их взяли? А, когда я, ты со мной... Ну, да, работал. Ну, понимаешь, ну... Ну, конечно, человек видит. Но я уже это понимаю, как бы, да, все. Ну, где-то что-то. Ну, ну, все равно мне было страшно, понимаешь? Мне, ну, то есть Саня мне сказал, мне этого было недостаточно, понимаешь, подтверждение, что, конечно, действительно, ну, типа я при... Ну, не, она мне ничего плохого не сказала, она тоже, ну, такая грамотная была. Она просто здесь, видела, что ты она что-то знаешь. Она 95-го года, наблюдала, да, она видела, она понимала, что по я ее, понимаю. По его сленгу, по его речи, да. Приходишь, ты сидишь, молчишь, она молчишь. Я, ну, я спрашиваю, о чем мы молчим? Он говорит, ну, давайте посидим, помолчим, посмотрим. И она сидит, смотрит. И ты сидишь, бля. Она, видно, наблюдает, как Саша, да, говорит за тобой. На Депро, как ты себя поведешь? Ну, возможно. В каком ты состоянии? А ты сидишь, она, да, говорит, ну, давайте помолчим. И вот ты молчишь, и, бля, и не знаешь, куда себя деть в этот момент. Так у меня Анна, что первый вопрос, она мне... У нее картина висела в этом кабинете. Она говорит, посмотрите на картину. А ты, если ты в полной руминации, ты не фокусируешься, понимаешь, ну, да, ты, да, ты, да, не можешь переключиться. То есть, я думаю, она считывает степень твоей закрученности. Можешь ты, ну, еще можешь переключиться или нет, ну, уже вообще? Ну, то есть, вкрутки твои. Насколько она болеет, и вот вам кажется, она была, у нее кабинетик какой-то, она сняла... Ну, она сейчас такая деловая очень, если реально такой, она сейчас... Одну? Да. Она в Петербурге, там, ну, что-то там, ну, такая. Она же начальник этой вообще вот этой ерунды всей. А ну, блин, грамотная, Леха, я тебе говорю. Хотя она била как-то, как тебе сказать, в точку. Она тебя слушает. Потом, ну, потому мне... что она, ты уже можешь распределять. Наверное. Потом она фразу одну кидает, и у тебя как в башке щелкает. Вот. Реально, когда тебя переключают, тух, и ты осознаешь, точно, ё-моё. Ну да. Она мне говорит, это мысли, просто мысли. Вот она меня полчаса слушала, и я рассказывал то, что, ну, раз-раз. Ты мне тоже. А потом она говорит, это мысли, просто мысли. И у меня как озарение, щелкает, тебя реально переключает в башке твоей, и все, и тебя отпускает. Ты осознаешь, ёб, точно, это ж мысли, просто мысли. Всего лишь. Понимаешь? А хотя она сказала, они всему ведут. Сказала, ну, сейчас, да, с них начинается одну все. Фразу. Она, ну, сказала, да, да, все говорил я, не, она сказала. Доходит, да, но я с тобой разговариваю, ты мне что-то чик, и у меня уже... Вот как будто закидывает, да? Закидывает, да, вот, да. Ты сидел, не осознавал, а потом тебе, я сказал, и тебе как будто бух, вот прояснение. Да. Ну, потому что, да, да. Ну, это уже тоже это вот нет. Такие тонкие верба, вот это настолько вот это тонко, понимаешь, когда ты осознаешь и видишь ошибку человека, он неправильно думает, не в правильном уверен. И ты ему показываешь, что это не так. Вот ты ему говоришь, ну, так, да, это ж мысли. Ну да. Ты, тебя, ёпку, ну, все, да, тебя, да, озарило. Это же просто мысль. А чего говоришь? Я. А я переживаю, это же мысль пришла, ушла, ну и черт с ней. Ну, понимаешь, вот такие вещи. Кажется, она маленькая и тонкая. А смысл, что она делает? А она к чему, да, делает, да, да, приводит. К чему приводит? Все, давай, да, Санька.
со временем. Я уже купил. Да, мысль-то. Мысль имеет большую силу. Да, да, на самом деле сила мысли, да, вот это вот есть такое, да. Так ты, мы даже сами, вот если мы, как они на нас воздействуют, они тебя могут подавлять, они у тебя тревогу вызывают. Ну да. Они у тебя стрелять могут. В голову как будто тебе шило. Бум! Да. А это же мысли делают. Нет. Я уже понимаю, как оно. Как оно происходит? Даже стреляет. Стреляет, импульс. Импульс. А почему он стреляет? Импульс почему? Потому что мы его боимся. И мы ему силу придаем. И у меня был такой момент, момент, я боялся мысли, я их блокировал. Вот они приходят, а я их блокирую, я их держу все время в напряжении. Ну да, я тоже так. А потом она говорит, ну, я начал себе говорить, приходите, вы мне не опасны. То есть, ты, когда ты их блокируешь, ты трактуешь, что не опасно для тебя, значит, ты их блокируешь. Мозг их воспринимает как опасность. И видел я это четко, они дерганием ко мне стали в голову. Вот постепенно мозг как будто их начинает по чуть-чуть запускать и осматривать ее, чтобы она для тебя не опасна. И они так вот дерганием в голову входили. Да, то, а до этого вот в голову. Это извне приходит, которые, наверное. Это извне, которые приходят. Они извне приходят. Атакуют. Как мысли зарождаются двумя способами появляются. Приходят извне и зарождаются у нас в мозгу внутри. То есть, ну, есть у тебя такое, что ты не думал, никогда такого не представлял. А тут оно появилось что-то. Появилось. Да, 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 есть. У меня, знаешь, что Леха сейчас интересно? Оно больше, знаешь, что? Я с тобой поговорю условно. Это мы придумаем, мне будет, ну, свои мысли, которые ты сам зарождаешь, которые сам все равно думаешь, да? А есть те мысли, которые ты мне говоришь, что, и вот они ко мне тоже всплывают. То есть от другого источника, скажем так. Да, вот так оно приходит. Вот. Мысль внедрит человеку. Леха, он очень. Он, у него был вот этот перфекционизм, четкость. Он ловил, вот, он потом уже в процессе, когда стали понижать вот это напряжение, тревогу, когда он начал по чуть-чуть понимать, я даже забывал, что ему говорил, а он все помнил до слова. Да. До слова все он помнил, вот наизусть каждое слово, что я ему сказал. Угу. Понимаешь? А, у меня женщина была с Украины, она говорит, когда у меня что-то начиналось, я вас воображала, и вы мне говорите. Она создавала голограмму, картинку. Меня, картину. Ну, а я и я ему вещаю в это время. А я твои слова вспоминал. А ты слова сразу речевую, вот, да, тоже. Да. Ты как бы вспоминал слова, а она проецировала картинку себе, нет, что я ей говорю. Ну, она у меня как в привычке, понимаешь, типа, ну, все твои слова, типа, вспоминаешь, как что делать. Нет, да. Типа, это фантазия, нет, это как напоминание. То, что я ему говорил. Напоминание, есть, да. Приходит что-то и напоминание, да. Есть. Да. Вот, ну, как ты бы, держишь его на вооружении. Ну, типа, да, это ерунда. Да. Но он знал дословно. Он каждую слово мое, вот я, слово, смотри, речь состоит со слов. То есть это, ну, словосочетание, речь состоит из индивидуальных слов. Он знал всю речь, да, словно каждое слово. Угу. Он мне говорил слова, которые я уже забыл, а он дословно все мне рассказывает. Говорит, я вспомнил, как ты мне говоришь, и он дословно говорит. Вот тот, ты мне то говоришь. Это и память, да. То есть настолько человек фиксировался на этом, вот настолько концентрировался, что четко внимание называют. Вот ты можешь запомнить где-то какие-то слова упуститься, но в принципе запомнить, не все дословно, да. То что дословно называют. А Леха все дословно, он каждое слово запоминал. Было такое. Ну как что ты хочешь? У меня веры не было как-то. Да. Я думал, слушаться от кого? Ты Саша сам говорил, когда в таком состоянии. Дадут кое-что другое, ты будешь ложками есть. Да, скажут, это поможет, и говно будешь ложками есть. Да. Это уже закрученная ситуация. Угу. Зачастую людей начинает вот это все уводить, понимаешь? Вот эти, там к бабке, семь церквей, надо там
снять порчу некую. Людей уводят, да, этим. Вот этим человека уводят с пути, хотя у него пути нет. А бывает его раз выстрелило, когда ему сказали это. Просто они поверят в это, понимаешь? Да, раз, и человек они верит. Они поверят, что им легче будет, действительно. Ты, я во все верил сам. Мне сказали, едь туда, там помогут, ты летишь туда. А прикинь, тебя выкинуло каждую... на 10 дней, ты поверил в это, потом опять ты к ней пойдешь. А? Если бы тебя выкинуло на 10 дней, ты сделал какой-то... Ну, ты как бы поверил. Ритуал. Тебе полегчало, ты... А, мне что, полегчало реально, пойду опять. На самом же деле это самовнушение, верно? Это плацебо, самовнушение, да. Ты в это поверил, просто тебе легче стало. У меня был такой момент, я поехал типа к гипнотизеру, он мне там чего-то делал, и я домой приезжаю на такой эйфории, все. Оно все исчезло, знаешь такое. Ага. Такие случаи бывают, но это раз там на ты 10 сам, тысяч. Ты сам может себя быть. Ты сам себя вот этим верой, внушением. Да. Ты как бы. Ну потом я приезжаю, и эта эйфория проходит там в течение 2 часов. И тебя снова бах! Бах! Пошло крыть, бля, все. Понимаешь? Да. Но опять же, ты сам это делаешь, накрываешься. И вот так ты же потом начинаешь понимать, mm-hmm. что это, вот это, как оно работает. Пойду накроюсь. Леха на ногой ходит. Молодец, а единственное, что переживал, что мне сама, я боялся, чтобы у суицида не было. Угу. Вот самое опасное в этом расстройстве, если человек сильно вкручен, чтобы суицида не было. Да, он понимаешь? Восприимчивый ко всему. Он не то, что восприимчив, он сильно вкручен был. Его тоже лупило так, он рассказывал, вот сейчас попробую вывести его. Я же помню, что он мне звонил и говорил. А он это уже забыл. Я помню, как он скорую, сами говорит, как, прям на... как он говорит, мне как даст башку, меня аж вот как будто тебя тазом и к земле вот сверху взяли, угу. металли, этот эмалированный здоровый таз, и дали вот по голове со всей силы такая вот боль, и вот это, что тебя, говорит, к земле аж пригибает. А это мысли так лупили. Я просто помню, как мне лупили, тебе как будто шило в голову берут, вот, или подключили 220 и пум, в голову, и у тебя сразу мозг, и боль сразу сильная, понимаешь? Помнишь ты? Прямо болью. Было, было. Боль. Я оно слышал, импульс, я слышал, а потом боль сильная. У тебя мозг начинает тревожиться, такое ощущение, что вот он внутри там вот такое вот происходит. Как будто динамическую машину запустили вот мгновенно. Там, такое. Там и болевое, и он там перемешанное такое состояние идет. И вот он, помнишь, ты рассказывал тебе. Этот импульс как даст в башку, что да, тебя давало не раз. Тазом и к земле клонит. Я иду погиб с корзиной с этой. И только вот подумаешь, на самом деле. Только думаешь, вот сейчас, только подумал, сейчас, это мысль. Сейчас ее. И она пах! И думаю, да ну на. И опять иду, сейчас ее. И она пахну. Вот только ты и сразу била. Да, да, да. Было такая вода. Ты еще раз, я сейчас понимаю, как будто как тазом вот тебя взяли, ты помнишь? Да, я как тазиком сверху тебе со всей силы влупили чем-то там да, по башке. Да. Помнишь, рассказывай, как тебя скручивало? Тело скручивало полностью. Ну да, да. С какой это идет? Ну я страх у меня, бляха, я не знаю, что оно крутило. Что здесь такие рыбы бывают? Не, ну у меня сейчас бывает такое, как чик проявляется, шик, я уже понимаю, я ну я как-то научился это все не реагировать, выключать, да. Нейтрализовать. Так шик и все, шик. Я чувствую, начинает болеть, ну уже все, понимаю, что уже, ну, я жик. А, ну, как, а вот это тяжело объяснить, я понял, про что ты говоришь, я это тоже делаю, но это тяжело объяснить языком. Ты как-то внутренне это делаешь, так, ну, раз, да, шик, да, вот так, так шик и все, шик. Ну, ну ты так, ты так просто поверил, что ты так шик делаешь. Это работает. Нет, это работает. Это что-то внутреннее, ты вот как-то внутренне нет, это делаешь, работает, так, это раз. Работает, просто, ну я же говорю, ты в это поверил, что ты так, а я, допустим, я понимаю, я типа, а ну нафиг, ну я типа так. Ну ты же внутренне какое-то производное делаешь, вот. Расслабляясь или там еще что-то такое. А ну его. Ну да, что-то да. Внутреннее. А ну его нафиг. Вот. Ну да, типа того, да. И оно там что-то происходит внутри тебя. Ты да, это да. делаешь. Вот, ты это производишь сам, как бы раз, контр. Как бы, я тебе скажу, тоже 2 деления осталось на аккумуляторе. Ну, нормально. Да, нормально, хватит. Сидим как раз. Так что.
Мне не лей уже, пока не хочу. Прохладно что-то стало. Я думаю, что людям... Главное, чтобы кому-то это где-то что-то подсказало и кому-то что-то помогло. А, да, да. Но самое главное, чтобы люди поняли, что можно выйти с любого состояния. Но при работе со специалистом, как я говорил, невозможного, Леха, нету. На тот момент кажется это невозможно. Ты настолько вкручен, ты настолько с тобой это все происходит. Не, ну бля, ну ты понимаешь, да. Кажется, да. Что с тобой это навсегда. Да, знаете, да, вы, да, да, да. И Софи профессора... Целое, Саня, да. Перекиньте, и, да. И профессора разочаровывались даже там с брендовыми дипломами, там профессора. Конечно. И они не понимали, то есть им не было, они удивлялись этому, когда ты приехал. Да, хорошо, они... Вот, ну вот этот момент, когда ты приехал, и жена в машине была, ты зашел, начал. Так он рассказывает, понимаешь, там, если я-то уже сведомый был, потому что со мной многие вещи происходили, то, что он рассказывал. И я понимал, как это работает.